Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас модерация на Сабишоке. Это означает то, что я сейчас буду сидеть и смотреть, какие приходят тикеты, какие приходят жалобы на наш проект. Напоминаю, может быть, кто-то, опять же, не знает про это. У нас 1300 серверов, 28 режимов, каждый день 80-100 тысяч уникальных игроков. И это все, понятное дело, работает не без проблем. В Among Us какой-то игрок может мониторить информацию. На паблике чел может играть с читами. На ХНС могут нарушать правила. А на десматче может сидеть крутилка и всем мешать. Для этого создана система тикетов. Вы просто пишете в чате тикет, выбираете причину, игрока, и наши модераторы получают этот тикет. И это выглядит именно так. За последние 10 минут нам пришло 5 тикетов. И сейчас моя задача сделать их меньше. Крупное обновление на Сабершок. Мы добавили кейсы с танцами и эмоциями, которые падают прямиком в ваш инвентарь Сабершок по окончанию катки. Кейс можно открыть или продать на торговой площадке. Это настоящий рынок, где пользователи сами выставляют цены на товары. Если же вы решите открыть кейс, то сможете получить предметы от синей до желтой рарности. К примеру, это танец хардбас, а это эмоция похлопать. Выглядит неплохо, правда? Мы не фрики, и это никак не коснется тренировочных режимов. На десматчах и дуэлях танцев не будет совсем, а на ретеках и экзекютах они доступны только в конце раунда. Нашей главной задачей было сделать игру интереснее и веселее, а наш проект более уникальным, и ни в коем случае не нарушать игровой процесс. Сейчас кейсы падают в повышенном темпе, поэтому ждем вас на Сабершоке. Кстати, до 15 января у нас действует повышенный дроп скинов для премиум игроков. Стреляет по своим. Так, давайте проверять его. Это у нас игрок из России, 5 часов, и у него нет фейсита. Так, ну что ж, мы на сервере, и Нифон закупает негив. Граната. Молотов. И пока делает все нормально. А. Я понял. Дружище занимается бредом. Я посмотрю, что будет в следующем раунде. Если это он делает по КД, ну, надо кикать. На вторую попытку издаряю. Зачем ты это делаешь? Иди поспи, чувак. У тебя бан на 12 часов. ВХ Аймбот, 83 часа, аккаунт. Так, давайте заходить на сервер, это ретейк на Вертиго. Пойдем все рукав за пушку. Так, он общается, он дает информацию. Как же он долго ждет. Это что такое? Я не могу сказать, что это чит, понятное дело. Это такой прострел, который логичен, плюс-минус. Не-не-не-не, вот это уже перебор. Это уже перебор. Я его... Ладно, рано. Давайте еще пару раундов посмотрим. Это префайеры. Это я уже не могу простить. Здорово, дружище. Да, привет. Давай, чтобы ни мое, ни твое время мы бы не тратили. Чит есть или нет? Нет. Я хочу тебе сказать, я когда-то против Монаси играл на лайн. Когда он еще был в S-Game. На Hard Cup 3. Ты играл на этом лане или просто как зритель был? Да, играл. Ну, окей, объясни, что у тебя с аккаунта, почему он у тебя новый? Тот я другу отдал, который у меня был. Ага. Ну, смотри, классно, что ты играл на лане, это классно, но я должен тебя проверить. Хочешь, можешь проверить меня, полностью можешь проверить. Ну, ты не сможешь быть чистым, у тебя такие моменты, что это не контрится. А, да, ну хорошо. Дискорд давать? Давай. Я вот сейчас думаю, может быть, не стоит. Что-то он как-то уверенно говорит. Бля, я не хочу время тратить просто. Дай мне свою основу. Вак у него есть. А что у тебя было? За что бан? Бхоп и скинченджер. Могу демонстрацию экрана тебе вот показать. Все, можешь проверить полностью мой компьютер. Вот от начала до конца. И ты ничего не найдешь. Это займет 40 минут. Ты готов? Я понимаю, да, я готов. Ладно, давайте не будем. Короче, ладно, мне впадло на самом деле, надеюсь, я не ошибся. Мой процент того, что ты читер, 40%, не 50%. И было 50%, я бы рассмотрел. Недостаточно доказательства. Возможно, я сейчас сделал грубую ошибку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоило ли его проверять. Ладно, идем дальше. Prefires. Ой, нет, я не то принял. А где причина? Я не знаю, что тут проверять. Ладно, хорошо, давайте зайдем посмотрим. Но что это за причина, чел? Что ты такое? Йо, дружище, привет. Руби мастер, ты меня слышишь? А, чего? Да, на тебя пришел тикет. Я, извини, пожалуйста, я больше... Дружище, к сожалению, ты получаешь блокировку на 3 года. Не надо, пожалуйста. Ну, ты получаешь блокировку на 3 года.
Можно пожалуйста, не надо, извини, пожалуйста, не, серьезно. Ладно, бан будет на 2 года. Ну, пожалуйста, прости, Эрик, пожалуйста. Я на каждый видос лайк, комментарий. Я даже, понимаешь, когда ты даже пост выпускаешь, каждый пост ВК выпускаешь, и на каждый пост смотрю. Сколько у меня подписчиков в Телеграме? Сколько у меня подписчиков в Телеграме? Че замолчал, бля? Пошел проверять. В личном канале 20к. Хорошо, подписан был? Нет, мы давно еще. Можешь даже посмотреть ТГ мой, очень давно подписан. Ладно. Ну что тогда? Играйте. А, и на самом деле я даже не знаю, за что тикет прилетел, а что ты сказал? Да я, бля, дичь, по-моему, что-то не снес вообще, по-моему. Все, забыли, если он простит. Слушайте, ну такое, кидайте описание к тикету. Я сейчас пришел и спрашивал у подозреваемого вообще, какая причина случилась. Так, нарушитель был предупрежден. Закрыть репорт. У нас есть тикет на ВХ. Это ретейк классик, нарушитель у нас... Ух, какой интересный игрок. Ух, какой интересный. Давайте заходить, дай мираж. Один джангл прям. Ай-яй-яй-яй, префайровал. Да он... Он лагает как-то. Он по-читерски лагает. Не-не-не-не-не, пошел отсюда, пошел. Да, позже. Я ему отправил проверку на ПК. Если он отказывается, он получает бан. На 2 года моментально. Он отказался от проверки на щиты. Идем дальше. Выдано предупреждение. А нет, он был наказан, чел. Он получил блокировку на 3 месяца. Давайте проверим АИМ на дуэлях. Ну что ж, давай-ка, покажи. Плохо. А, у него как раз таки дуэль. Сейчас он покажет, насколько он читер. Шикарная стрельба. Супер стрельба. Мне она очень нравится. Абсолютное превосходство. Гениально. Он знает все респы. Он знает абсолютно все наши респы. Тут у него нет ВХ, потому что он думал, что спамен снизу. Игрок, против которого он играл, он просто отказался. Давайте я кину ему вызов, и мы посмотрим, кто из нас играет лучше. Давай, чувак, принимай. Согласился, let's go. Ребят, тут выкинули тикет на этого парня. На 13-го. Я посмотрел его демку, он просто выучил все респы. Ну и плюс я сейчас с ним играю, он какой-то бот. Как? Короче, чувак, у меня вывод, что ты бот, и у тебя нет читов, поэтому продолжай играть. Ребятки, насчет бота, то, что я его так сижу, обзываю, это не серьезно, это просто я утрирую максимально. Парень просто выучил респы, и я считаю, что он абсолютно чист. Если зайти сейчас просто в топ всех этих игроков, которые находятся на дуэлях, они все максимально знают каждую респу. Поэтому я считаю, что читов не найдено, и я закрываю этот репорт. Ну а мы идем дальше. Друзья, небольшая рекламная интеграция. Мы на сайте GGDrop, и у них вышел апдейт. New Year Event. У меня 10 тысяч поинтов, и я могу их обменять прямо сейчас на этом сайте. Обменять. Мне падает 1253 рубля. Я это хочу себе оставить. Как это вообще работает? Чем больше депозит в ваших рублях, тем больше вип-поинтов вы получаете. Это витер-поинты. То есть за депозит 10 тысяч рублей вы получаете 10 тысяч вип-поинтов. Чем их больше, тем лучше по цене вы получите этот скин, который я получил сейчас. Совсем скоро будут подарки от Санты. Ну а что еще самое интересное? Это зимние кейсы. Давайте откроем 5 злых снеговиков. 1700, 1600, 200, 1500 и 600. Я сейчас получил 6000, потратив 7000. О, вот это, вот с этого надо было начинать. 11 тысяч. Ну а также у меня есть 3 объявления. Во-первых, у меня есть свой промокод, который называется ШОК. При депозите вы получаете плюс 11% в любой сумме. Второй момент. У них появился канал. Вы можете перейти на него, просто перейдя по этой кнопочке. У них на канале уже вышло 4 ролика, а самое главное, конкурс на 5000 долларов. Условия максимально простые, а получить призы на 5000 долларов, это, конечно, очень приятная история. Результаты уже через 2 недели, поэтому поспешите с этим. А ссылка на GGDrop есть в описании, ну а также на мой промокод, который вам даст плюс 11%. Ну а сейчас мы идем дальше. Это новый день, я продолжаю сейчас, потому что было уже поздно, и я решил получить как можно больше тикетов. Это нужно делать вечером, потому что онлайн у нас 4300. Просто гигантский онлайн. Задержка раунда, кеперство, оскорбление, стопит игроков, аим плюс ВХ. Вот это уже интересно. Аим плюс ВХ, а на режиме ретейк. Нарушитель у нас человек по имени Супер Про Киллер из Беларуси. 1 час наигран у нас на проекте. Инвентарь пустой, конфиг, все пусто абсолютно. Новенький аккаунт, все очень сильно похоже на правду. А, пошел ты на управление игроками. Забанить игрока. Игрок на сервере.
Super Pro Killer на всей сетке за использование хранения 2 года. Не дополнять. Нарушитель был наказан. Здесь аккуратнее. Давайте я пройду эту проверку на английском. This dude will hack. Plus I'm bot just firing on random and getting headshots. У него прицел дернулся. Это чит. Но это чит. Да, чит. Ладно. Я ему кину проверку на ПК. Хочу чит посмотреть, какой у него. Ты должен согласиться на проверку ПК, чтобы... А, все, он отказался, я понял. Тикеты. О, есть, но фак, я снова не успел. На КЗ тикет, что? Long Jump Hacks. КЗ это самый лучший режим по количеству тикетов. Их просто там нет. Какой админ взял его тикет? Давайте сейчас пройдем расследование. У меня не такой серьезный скилл по КЗ, я не понимаю, он читерит сейчас или нет. У меня тоже, понимаешь, что у меня тоже не жесткий скилл по КЗ. Так, хорошо, в таких моментах надо обращаться к тем, у кого есть хороший скилл. О, привет, Эрик. Привет, привет. Артем, я включил экран. Посмотри, вот этот чел, он сейчас читерит или нет? Привет, вот смотри. Импрессив у него сейчас. Годлайк у него. Перфект опять. 286, блядь. Нет, слышишь, 96%. Мне кажется, это просто лютый. А сколько должно быть в среднем? 80 это уже жестко, да. 96 это... Хотите, я по приколу запозовем на проверку быстренько? Да давай, давай, давай. Сейчас. Но он, скорее всего, откажется. Я не вижу его. Да, это какой-то гений. Проверка на читы. Как? Я впервые не могу понять, как кинуть его. Его нельзя проверять. Его нельзя проверять. Ай, один, ты меня слышишь? Дай мне свой дискорд, дай мне свой дискорд, мы тебя вызываем на проверку. Просто как болты какие-то не могут кинуть его на проверку. Смотри, и чат, и чат сообщение, модерация не смотрит для учебы. Да-да-да-да. Мото-мото спустить. Короче, чувак, дай мне свой дискорд, давай нормальную проверку проведем. Эрик, слабо как он привет. Он скинул свой этот. Не, дружище, мы тут не... Я не хочу к твоим друзьям заходить. Кинь свой личный дискорд, чтобы проверить твой ПК. Лично не дам, это... Это что за фрик? Дружище, прям... Смотри, если ты сейчас не скинешь свой личный дискорд, это равняется, ты отказываешься от проверки ПК. Это означает, ты получаешь блокировку на 3 месяца. Окей, дружище, спасибо за игру у нас. Эти 20 минут ты получаешь блокировку. Так, ну а мы идем дальше, тикеты. ВХ и АИМ, давайте смотреть. Это режим Execute. Вау, зачем читеру играть на Execute? У нарушителя 0 часов, друзей нет, достижений нет, конфига тоже нет. Сейчас он играет со счетом 52 на 18, КД почти 3. Очень свежий игрок. И не понимаю. Ну, типа, это вообще ничего. Абсолютно ничего. Ай-яй-яй, хорошо. Не, у него стрельба адекватная. Кидает флэш. Но смотрите, он знает раскидку, он знает какие-то моменталки, гранатки. Он обычный игрок, просто на 10. Скорее всего, он просто 10 левел. Здорово, чувак. В дискорд пойдем, да, если надо, пойдем. Зачем? Проверка, наверное, да? Скорее всего. Ну, ты хочешь проверку? Ну, я могу пройти без проблем. Ну, мне нужен твой профиль настоящий. Основа. Настоящий? Я тебе сейчас кину, у меня там ВАК. У него там ВАК. И очевидно, за КС. Вчера ВАК. За что у тебя ВАК? Я пришел в компьютерный клуб. Я так думаю. Я пришел в компьютерный клуб и забыл, короче, с аккаунта выйти. Я потом захожу с телефона, хотел зайти в Steam. Смотрю, нужен, короче, типа, Steam Guard есть, но нужен, короче, типа, пароль надо ввести. Все, мне его восстановили. Я захожу на аккаунт, у меня ВАК висит. Пойдем проверим твой компьютер. Давай. Все хорошо, да-да. Демонстрацию экрана выключаем. Да, ладно. Можете выключать. Запиши тогда пометку ему там куда-то, чтобы модераторы знали, что у него новый аккаунт, но прошлый забанен. ВАКом, но, короче, у него все чисто. Хорошо, спасибо. Все, давайте. Давай, хорошо, вечером. Пока, даме. До свидания. Такая у нас получилась история. Я нажимаю уйти с прайма. Моя работа была закончена. И именно так проходит рабочий день наших модераторов. Если вам это интересно смотреть и вы хотите этого больше, просто прямо сейчас поставьте гребаный лайк и не забудьте подписаться на канал. С тобой был я, Эрик Шоков. И я советую тебе посмотреть мой другой ролик с модерацией на проекте. Я уверен, он не менее интереснее, чем этот. Пока, друзья.